Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть в игру Dino Bash. Брахио, обучение завершено, и это хорошо. Так, ну что же, мы с вами остановились на 67-й миссии. Так, ладно. Блин, мне надо было ледяную глыбу, наверное, бомбу улучшать. Фиксим, посмотрим, ребята, что у нас тут в дальнейшем, а потом уже будем, как говорится, разбираться. Так, надеюсь, все будет хорошо. А почему такая маленькая дистанция, а? Появляются огненные троглодиты. Ты понял? Появляются огненные троглодиты. Ну-ка. Ага, вот так-то. Давайте улучшать яблоню свою. Шикарно. Вообще шикарно, ребят, получается у нас тут все. Так, ну-ка давай-ка мы сейчас будем, если что, травить. Мы будем их травить. А может быть, нам и не понадобится даже это. Хотя надо быть, ребята, на чеку. Ну ты припух, я смотрю, вообще парнишка. Так, копим яблоню. Улучшаем. А ну-ка посмотрим, как будет травить их. Слушай, ну довольно хорошо травит. Поэтому не зря я улучшал все-таки ее. Дай-ка яблочек. Опачки, а почему такой, ребята, коротенький у нас уровень, а? Это как-то странно. Больше монет. Хо-хо, давай. Ну что же, у нас с вами 68-я миссия. Так, и смотрим, ребят. Ничего не буду менять, улучшать пока тоже ничего не буду. 15 тысяч не так уж и большая сумма. Так что будем на изготовке, ребят, держать. Все. Так, понятно, бомжиха, да? Как всегда, с бомжихи. Все начинается у нас. А, ну здесь она обычная, не усиленная. Это хорошо. Так, ну их тут очень много, да? Еще одна. А вот это уже усиленная, ребят. Ах ты! Тут у нас, ребята, и Гаврюша. Так, хорошо. Мы его будем, ребята, обязательно с вами ловить. Так, я что-то не понял. Ну-ка. Надо этого бомбить, ребят. Бомбить его в первую очередь. Так, траванули. Теперь давай так сделаем. Хе-хе-хе. Готовченко. Так, что у нас тут, ребят, происходит? Воу-воу-воу-воу. Смотри, что... Смотри, одна за другой, ребят, бомжиха выходит. Че так жестко-то, эй? Я на это не подписывался. Ну-ка нафиг, ребят, надо как-то взорвать здесь вот это все. А у меня не получится, да? А у меня не получится это все дело взорвать. Или получится? Нифига не получается, по-моему. Давай сделаем так. И травим. Обязательно, ребят, травить их нужно. Так, где мой тиранозавр? Ёлки-палки, ребята, а как же я так пропустил-то, а? Жесть, ладно, хорошо, давай переиграем. Я просто не углядел, ты понимаешь? А он как-то проскользнул. Я пока там мучился. Блин, это непорядок. Ладно, давайте, ребята, быстренько сейчас с вами попробуем переиграть. Я не должен этого допустить. Блин, да я же вроде бы как бы их подбивал, травил. Не знаю даже, как так могло получиться. Так. Ладно, бомжихи идут. Давайте их бомбить, травить. Все, что только можно, будем сейчас с вами здесь применять. Так, этого Гаврюшу, естественно, ребят, нам нужно затравить. Так, пускай пока он тут бежит, якобы. Так, мы еще разочек его траванем. Так, мы не туда, по-моему, да, ребят, с вами попали? Да, мы не туда попали, поэтому нужно травить. Вот так, и, наверное... Слушай, он добежит или нет, как думаешь? Нет, он не добежал, ребята. Отравленным он погиб. Так, давай-ка вот так сделаем. Слушай, ты куда это разогнался? Я не понял, я, а? Партизан. Да ну, хорош. Так, он, ребят, подбегает. Он уже почти в уцели. Так. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Слушай, бродяга, ты достал. Ты достал уже в корень. Нам нужно, мне кажется, знаете, что, ребят, сделать? Усилить как-то яйцо. Почему-то мне так кажется. И тогда у нас все будет нормально. Так, мы отравили. Но он все равно продолжает бежать. Он все равно продолжает бежать. Но не добежал. Хе-хе-хе-хе.
То-то и оно. Слушай, а там, по-моему, ребята, еще отряд идет. Еще, ребята, бежит отряд. И причем не один. Тут еще и усиленная бомжиха. Ладно, мы ее сейчас, наверное, попробуем с вами заморозить. Маленечко, да? Вот так вот. Ищу я травить ее. Так, а тут у нас, смотрите, шалобуды какие бегут. Давай вначале вот так вот сделаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка, Рэмбо, давай, быстрее, пробивай, пробивай. Пробьет или нет, как думаете? Нет, не получилось, чуть-чуть. Чутка буквально, ребята, не получилось у него, а? Давай, динозавр, выходи. Так, здесь попробуем так сделать. Так, отлично. Блин, они уже, ребята, рядышком. Там кто у нас? Копейщики. Там у нас копейщики. Давай их тоже травить. Блин, ребята, они подходят. Они подходят все ближе и ближе и ближе. Мне это не нравится. Ледяная, как же ты долго... Как же ты долго откатываешься, а? Вот она, ребята, она уже откатилась. Давай, быстренько. Тун-тун-тун-тун, сбиваем просто, как эти. Как кегли, да? Ха, последняя волна. Что это за музыка такая там? Что там за музыка такая была, ребята, а? Тун-тун-тун-тун. Ну, я вижу, да, в каменной броне выбегают чувачки. Ладно. Так, бомбочки мои на изготовку. Они готовы. Давай, наверное, бомбить. И травить, и замораживать. Вот так вот. Все в кучу. Упс, ты посмотри, кто. Кто, ребята? Блин, еще и бомжиха, ребят. Еще и бомжиха вышла. Так, эти пускай там... А, их тут два! Ты понял, их два здесь. Ай-яй-яй. Надо уничтожать, ребята, их как можно быстрее. Хе-хе-хе-хе. Круто. Что могу сказать? Так, где бомжихи? Вот они. Вот они, эти бомжихи. Давай вот так вот бросим сюда бомбу ледяную. Замечательно. Так, давай дальше вот здесь. Потравим их, как говорится, маленечко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, молотки, тут все летит, ребята, в бой. Тиранозавра завалили. Так, у меня есть метель, если что, на всякий случай, ребята. Я вам как бы напоминаю. Я как бы напоминаю вам. Яйцо-то уже рядом. Ну, почти, ребят, почти рядом. Поехали. Есть. Так, шаман. Ты нам здесь не нужен, шаманчик. Вот что я тебе скажу. Ё-парасоте-то, посмотри, какая... Какая, ребята, бомбежка здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Бедный мой тиранозаврик. Сейчас тебя тут и уничтожат. Давай следующего вызывать. Так, ледяная бомба. Давай сюда вот ее бросим. Потому что здесь, ребят, два шамана. Два шамана. Остался один. Я не знаю, он побежит или нет. Наверное, побежит. Но мы его сейчас вот так сделаем. Так, секундочку, что тут за дела происходит, а? Давай, 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 бомби, бомби. Я тебе сейчас тут маленечко помогу. Так, и вот так. Хорошо. Так, тут у нас шаман, да? Там у нас шаман. Надо его как-то, ребята, ликвидировать, чтобы он не подхиливал эту бомжиху. Ай-яй-яй. Не получается, подожди, давай еще вот так сделаем. И вот так. Надо будет, наверное, нам, ребят, прокачать рыба. Мне кажется, что в этом будет толк. Все. Ох ты, валун мне достал. Ты представляешь? Мне только что выпал валун. Ну, я эту бомжиху, ребята, расколошмачу сейчас. Все. Выиграли же, да? Да. Хе-хе-хе. Победа моя. То-то и оно. И мы с вами, ребят, получаем новый уровень. Ведь так? Ну, был 11-й, стал 12-й. По-моему, да. Так, и монету, ух ты, надо смотреть. Так, у нас в общей сложности 34 тысячи. На... Так, бриллиантик я получил, это хорошо, 8 штучек у меня уже. И надо глянуть. Так, мы, ребята, еще с вами забираем метеоритный дождь. Вот это круто. Так, давай-ка посмотрим, что мы можем с вами улучшить. Вот
вот это нужно в первую очередь, кстати. Подожди-ка секунду. Ага, подожди, мы пока, наверное, ничего не будем с вами улучшать. Нам нужно, ребята, получить вот этого вот динозавра. Я не знаю, что это за динозавр. Поэтому хотелось бы посмотреть. Поехали. А потом уже на накопленные деньги, скорее всего, мы будем с вами прапывать его. Ха, видишь огромные следы? Возможно, наш союзник. Я, честно говоря, не вижу никаких следов. Честно говоря, не вижу никаких следов. О чем он вообще говорит, ума не приложу. Так, давай-ка вот так сделаем. Оу, тихонько. Вот это вот нам не нужно. Вот это хламунье нам здесь не нужно совсем. Бумкнуло-то как, а? Как бумкнуло, хорошо. Яблочки забираем. Улучшаем нашу яблоню. Так, и опять этот говрюша бежит здесь. Опять этот говрюша. Так, нам нужно, ребят, его как можно быстрее травануть. Так, ну он пока что-то не тратится. Он уже, ребят, подбежал к яйцу практически. Не успеет или успеет? Не успел. Туда ему и дорожка, да? Так, а здесь у нас что? Здесь у нас, ребята, все очень плохо. Опять! Опять этот охламонище, ребят, бежит. Заморозили. И бомжиха, слышите? Вы это слышите? Крик бомжихи. Да дупли ты его, вот. Слушай, я думаю, что... Давай мы, наверное, здесь отравим. Вызовем еще одного Рэмбо и будем бросать сюда валун. Прям по середочке, вот сюда. Так, и травить. Блин, шамана не хватало только мне здесь, а. Только, блин, шамана. Во, классно. Сейчас получится. Целую ледяную бомбу, ребят, на одного какого-то шамана потратил, а. Ну как так может быть? Мне так не нужно было сделать. Че, копеечки пошли, да? Не было, блин, печали, выбежали копеечки. Радостные. Так, давай улучшим яблоню. Ну-ну-ну-ну-ну. Да что ж такое-то? Смотри, ребят, а где у нас? А, вон, тиранозавр только идет еще. Он еще только идет. Давай сюда бросать бомбу ледяную. Травить. И вот так вот сделаем. Так, еще одна бомжиха завыла. Давай ее обязательно травить. Сразу начинаем с отравления. Брахио позовем. О, тут две, ребят, две бомжихи усиленные. Так, опять же, травить. Следом глыба пойдет. Рэмбо призовем. Травим, травим, травим их. И вот так вот бросаем ледяную бомбу. Хе-хе-хе. Слушай, ну ледяная бомба хороша. Надо будет ее, ребята, еще прокачать. Да и травящая, кстати, тоже неплохая. Что, вот так быстро моего тиранозавра разбомбашили что-то уж? Что-то как-то чересчур быстро. Шаман, тут и копеечки. Оу. Слушай-ка, мне, наверное, тут придется или не придется. Нет, скорее всего, придется, наверное, ребят, какой-то из бонусов тратить. Вот чувствую я. Я просто чувствую, что придется это сделать. Смотри, смотри, идут нахрапом, блин, причем, а? Бегут, радостные, довольные голодранцы. Давай травить, вызовем брахио. Но это еще не последняя волна. Ведь так? По-моему, нет. Вот она, завыла, заныла. С каменной броней. Какие же они мощные, а. Так, а вот, ребята, и очередная партия идет. Так, давай вызываем тиранозавра. Тут у нас брахио еще на подходе. Так, а мы будем в этот момент с вами подтравливать этих всех говнючков. Давай, давай, валун прям. Вот, ну надо было, конечно, на шамана. Но мы шамана, если что, сейчас попробуем затравить. Не туда упала. Последняя волна. Так, последняя... Это вот сейчас только идет последняя волна, да, я так понимаю, ребят? Ну да, скорее всего, так оно и есть. Да ты достал уже там шаман, чертов. Там их двое, что ли, не могу понять. Да нет, один, по-моему, был. Или два. Не, два. Вон он, еще один, ребят, остался. Последний из моих... Может, валун вызвать, а? Не хотелось бы тратить-то, на самом деле, волну-то здесь. Вот серьезно вам говорю. Но, по-моему, придется. Ой, ладно, сейчас посмотрим, как у нас тут пройдут дела. Копейщики еще эти. Давай вот так вот бросим сюда. Заморозка. Тыдыч. Шаман идет там, охламон этот шаман. Так, нам нужно его убрать. Так, убираем шамана. Ну, естественно, ребят, ну, естественно...
куда может упасть наш снаряд. Конечно же, куда угодно, но только никуда, не туда, куда нам нужно. Яйцо рядом, почти. Почти, ребята, уже. Они уже на подходе. Ёлки ты палки, они уже на подходе. Ой! Ты смотри, кто тут у нас идет? Старый приятель, блин. Все, не добежал. Неужели я, ребята, справился с этой волной? Неужели у меня все удачно стало получаться, а? По-моему, да. По-моему, да. Не хочу, конечно, сглазить, но вроде бы все у нас хорошо, ребят. Так, надеюсь, это последний тут шаман танцующий. Ну? И? Новый динозавр Тирекс. Вот он, ребят. А, это маленький, а это, видимо, крупный. Сейчас посмотрим. Идут такие. Ту-ту-ту-ту-ту. А, нет, ребята, еще волна, оказывается, будет. А я-то уж было подумал, что все. Угу. Губешки раскатил. Нет, не все, это только, видимо, начало. Давай-давай, расстреливаем. Ха-ха-ха-ха. Что, не нравятся хламоны? Вот так-то. Прошли. Слушай, ну это круто. Так, больше монет, да? Конечно, смотрим. Ну что, ребята, открыт новый динозавр Тирекс, старший брат рапторов, троглодиты. Бегите скорее. Так, а мы с вами отправляемся в магазин. Гигантский булыжник сметает все на своем пути, пока мне это не нужно. Ага, осталось совсем немножко, и мы получим с вами валун. Так, это мы с вами позже сделаем. Мне нужно в магазин. В магазине я хочу посмотреть, сколько он стоит. Вот он. Он стоит, ребята, 18 тысяч. То есть это уже улучшение, да? Да, это стоит улучшение. Хм, улучшаем. Сколько там? 29 минут. Слушай, а вместо кого мы его будем с вами брать? Вот что мне хотелось бы узнать. Так, 70-я миссия. Давай сравним, например, 24 яблок, да? У него, смотрите, у нашего брахио 4444 здоровья, а у этого... Так, ну атака-то у Тирекса покруче будет, чем у брахио. Хм. Слушай, давай вот так, наверное, попробуем сделать, а? Или же убрать Рэмбо? Да, не знаю даже, ребят, как лучше. Давай попробуем так с вами сыграть. Посмотрим, если будет какой-то нормальный результат, мы оставим такую колоду. Если же нет, то придется нам с вами что-то мудрить, выдумывать. Так, что тут, охламоны вышли, да? Вышли на прогулочку. Хе-хе-хе-хе, на, получи, фашист, гранату. Травим, травим, травим. Так, тихо. Здесь нам нужен вот стега, чтобы он их сбивал, этих летунов. Вот я к чему говорю. Так, хорошо, яблочки. Давай проверим. Настало время, ребят, проверить нам нашего Тирекса. Угу. Завопило, заголосило. Так вот, попробуем, посмотрим. Вот он идет себе, да? Вот он себе идет. Подошел, сейчас посмотрим, как он будет. Очень хорошо дамажит. Мне нравится, ребята. Но здоровье, конечно же, оставляет лучшего. Тут уж не попишешь. Ничего, так, бомжиха обычная, да, неукрепленная. Соответственно, будет быстро. А вон там уже сильная бежит. Да что ж такое-то, эй! Хорошая глоеда уже тут бомбить-то. Опа, отлично. Так. Тирекс, давай. Надо вот этих вот сзади, которые... бомбят, они самые вредные. Почему? Потому что ребята стоят за бомжихой, а бомжиха здесь выступает в роли танка. Ах, опять вижу, опять где-то орет голосистая бомжиха. Так, мы будем с вами... Секунду, давай-ка вот так вот сделаем. Ну я почему-то так и думал, что здесь будет именно вот этот ханорик стоять. Так и вышло. Травить его, естественно, травить в первую очередь. Чтобы он... Я не понял, я не попал, что ли? Я не попал, ребята. Давай так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты смотри, что происходит, ребят. Он практически... Он практически успел подойти. И начинает лупить. Фух, успели мы его пробить. Так, давай вот здесь взорвем все к ядрене фени, а? Вот так-то. Потому что их тут слишком много накопилось.
Вот еще один. Еще один, ребят, бежит Гаврик. Да блин, не того ты. Да что ты. Ребят, ну. Попадем. Да какая бомжиха, нафиг мне в бомжиху-то попал. Нет, ну мы его тоже задели маленько, да? Да, он травится, ребят. Все, не добежал тут Гаврюша. Так, здесь у нас, естественно, заморозка. Блин, бомжиха, ребята, укрепленная бежит. И шаман. Слушай, а не слишком ли вас тут много, а? Олухи. По-моему, их тут слишком много. Да ну, что за бред? Ну-ка, поехал, валун. Ты прикинь, как она валуны бомбит. Что за дела-то происходят? Я не могу их пробить. Ты достал уже, шаман, там плясать, выплясывать. Так, секунду, ребят, ну что за дела-то? С двумя бомбами. Они, по-моему, какие-то крепкие стали. Не знаю, как это, в чем суть, но вот они крепкие и все. Да вы что, вы издеваетесь, что ли? Сколько вас там будет-то? А? Сколько, я спрашиваю, у вас там будет? Непонятно мне вообще. Вот они, бомжихи стоят, мы их бомбим, но почему-то им всем пофиг. Ребят, тут уже яйцо рядом. Ты понимаешь, о чем я? И там еще отряд, и еще отряд идет. Как быть? Ну давай попробуем так вот как-то, я не знаю. Тут у нас дофига кого присутствует. Так, шамана надо, наверное, накрыть. Так, у меня, ребята, если что, откатилась заморозка. Заморозка откатилась. Поможет ли она мне здесь, а? Вот что я думаю. Все, ребята, бонусы почти потратил я, понимаешь? Так, ну. Убрали. Так, остался только вот этот вот охламон, который у нас молотки бросает. Надо его тоже убить. Травись, 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 гаденыш. Ага, отлично. И осталась одна бомжиха. Ребят, я все бонусы, прикинь, слил на этом уровне. Все, абсолютно, до единого. Вот так вот. Да, сложно, очень сложно идет. Так, что у нас? А, больше не дают нам, да, монеты улучшенные? Понятно. Так, ну ладно, хоть валун получим скоро. Ну что, переходим на следующий этапчик, наверное, да? И я думаю, что, наверное, надо улучшить. Или не получится. Так, посмотрим, улучшим или не улучшим. А, он еще обучается, еще 23 минуты. Хм. Так, по снарядам что, давай посмотрим. Ледяной валун, так. Да, надо улучшать. Улучшили разочек. Надо и отравляющую тоже как-то улучшать нам. Хм. Глыба по максималке. Ну что, давай, наверное, следующий попробуем. 71 уровень. Сложно, очень сложно, ребятули. Я серьезно говорю, это называется детская игра, которую, блин, фиг пройдешь. Раз, два. Ну что там, кто там бежит? С копьями. Естественно. Все, понятно, ребята. В каменной броне уже тут охламоны у нас. Плюс шаман, естественно. Как же без шамана-то? Без шамана никак. Травись, травись, шаман. А ему пофиг, понимаешь? Он, по-моему, сам себя там захиливает, да? А если я вот так сделаю? О, еще и этот Гаврюша здесь. Еще и этот здесь бежит, а? Ты посмотри. Траванули. Попробуем вот здесь вот. Погоди, что происходит-то? Почему? Так, я понял, ребята. Была моя ошибка здесь. Ну, минус, да? Минус. Так, а вот здесь заморозку бросим.
Мы бросим здесь заморозку и вызовем еще одного динозавра. Так, бомжиха, где ты там? Вон она, ребята. Охламонище стоит. Почему вы такие крепкие? Я не могу понять. Я улучшаю оружие, а они такое ощущение, что еще крепче становятся. С чем, блин, это все связано, а? Ну что вы бежите тут, довольные мне? Думаете, на вас управа не найдется? Найдется все на вас. Блин. Шаман. Надо его, ребята, убрать. Главный враг. Это шаман. Отлично, убрали мы его. Теперь, конечно же, может быть, нам стоит, ребята, взять лечку для своих динозавров, как вариант. Я думаю, что можно было бы, да, взять. Что там, сколько их там? Целый, блин, отряд там идет, а их, этих бомжих. Понимаешь, целый отряд бомжих идет, смотри. Блин, пипец, я еще с этими не справился. Я еще с этими справился, еще и тут эти летят, а? Летят утки, блин, а? Так, давай бросать, наверное, сюда заморозку. А этих будем травить потихоньку. Шамана нету там? По-моему, нету. Так, 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 тихо, 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 ребята. Да ну что ты, сколько же у вас там, а? Еще, ребята, наплыв идет. Уже укрепленных бомжих. Уже, ребята, укрепленные бомжихи идут. Так, давай бросим сюда вот так. И вот так. Так, отлично. Пока хорошо. Убираем этого отсюда. У меня больше бонусов нету, к сожалению, ребятули. Так что если фейл, то фейл уже капитальный. Он будет здесь. Бежит, блин, а? Заноза. Ну-ка, давай попробуем заморозить. Заморозили, да, хорошо. Где мои все динозавры, я не пойму. Давай, валун, 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 валун. Слушай, здесь случайно не этот? Да ну! Одна за другой волна идет, просто, понимаешь? Одна волна за другой. Блин, как же долго откат идет, а? По моим снарядам. Вот, вот он. Все-таки это он, ребята. Это он. Тот самый чепушило. Ну, трави его. Чтоб не добежал. Вот так вот. Гаврюша. Так, давай вот так сделаем. Ну, эту бомжиху мы прика... О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну, естественно, естественно, тут... Как же... Без них тут не обойтись. Так, травим. Травим, замораживаем. Все, что можно, ребята, делать, надо делать. А что, я и понял, а где этот шаман? Мы его что, подбили, что ли? Да быть такого не может, чтобы мы его подбили, а? В каком-то веке. В каком-то веке мы, ребят, с вами шамана подбили. Ох, а там еще отряд идет. Ой-ой-ой-ой-ой. Последняя, говорит, волна мне. А мне, думаешь, от этого легче, что ли? Ты посмотри. Последняя волна укрепленных, блин, чувачков, с которыми фиг когда справишься. Как тебе такой подход? Обалденный просто, да, ребят? Ну? Так. Хоть бы один бонус был бы. Хоть бы один какой-нибудь. Так, одну бомжиху вот отфигачили мы. Давай, 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 ребята, держитесь, мои малыши, держитесь. Шаман, вот он, шаман, его надо отравить. Этого мы отравим. А здесь вот так вот сделаем. Ну что, он жив еще, что ли, тут? Как ты жив-то остался, а? Я не понимаю этого вообще. Не туда, ребята, бросил бомбочку, я не туда. И сейчас за это могу поплатиться. Поплатиться я могу, ребят, за это. Ты посмотри. Ты просто посмотри, полюбуйся, что тут происходит. Замораживаем.
Так, а этого травим. Так, он гад сам себя, что ли, лечит? По-моему, он сам себя лечит там. Так, ребят, смотрите, волна уже практически на подходе. Давай так сделаем и попробуем вот так. Там еще шаман. Пробейте бомжиху. Мне нужно, чтобы вы просто-напросто пробили бомжиху. И все. Отлично, тут заморозили. Давай. Ну. Да что-нибудь тут получится у нас или нет, блин, сегодня. Иди ты, шаман, к чертовой бабушке. Она куличке танцует мне тут в приплясочку. Ой, по-моему, ребят, прошли. Нету больше никого. Фу. Ну-ка. Танцор диско, блин, тут мне стоит. О, ребята, мы прошли. Мы каким-то чудом прошли с вами все-таки. Ха-ха. Классно. Так, бонусы идут. Это хорошо. Так, и что же нам, ребята, предлагают? 72 уровень. А тут осталось, кстати, немножко. И мы перейдем вот сюда. Ну, тут, наверное, будет вообще звездец полнейший. Так, ну ладно, давайте попробуем. Посмотрим, сможем ли мы. Погоди-ка секунду, у нас с вами сколько? Денег 33 тысячи. Что мы можем с вами улучшить? Давай поглядим. Я хочу посмотреть вал. Да нет, подожди, вот это вот. Да, мы можем. Можем. Я улучшаю его. Или же все-таки нам улучшить. А он все равно, еще время, да, не стекло у него. На нашем Тирексе. Еще 15 минут, поэтому давай, наверное, вот так вот сделаем. Все. Поехали, попытаемся пройти 72 уровень. Не знаю. Хватит ли у меня нервов на это, а? Так. Ну, конечно. Завыло, блин. Начинаем. Так. Копим, ребята, с вами голду. Так, тихо. Вот эта пакость нам здесь не нужна абсолютно. Так, еще один залп. Бомжихи, я слышу. Так, тут и молотки полетели, да? И все, что хочешь. И все, что хочешь и не хочешь. Так, ладно. Давай попробуем здесь бомбануть. Кустарники. Вот в кустарниках обязательно кто-то будет прятаться. Ай, как быстро они тут своими молоточками-то забомбашили нас, а? Очень быстро бомбят. Давай вот так траванем. И вот сюда вот. А можно сюда, кстати, в заморозку бросить. Давай-ка вот так сделаем. Ага, хорошо получилось. Тут у нас кто? Копейщик, шаман. И, ну, скажем так, лучники, да, которые бросают молотки. Поэтому нужно, ребята, их накрывать. Ну, конечно же, как же без следующей волны? Без этого-то никак. Вот так вот. Блин, паразит бежит. Надо что-то делать. Надо вот так вот, ребят, сюда бросать. Да куда ж ты бросила-то? Ё-моё, блин. Птеродакша. Куда ты бросила? Так, что он там бьет? Он бьет, ребята, преграды. Слушай, он сейчас, наверное, мы не успеем, да? Или успеем? Чё-то я же не знаю, ребят, успеем мы или нет. Ты куда? Ой, успели, фух. Хорошо, нам повезло. Давай дальше продолжаем. Так, вот тут целая орда их. Мы их снесли. А тут еще, ребята, две бомжихи на подходе. Понимаешь, еще две бомжихи. Так, ну с этой, я думаю, они разберутся здесь. А нам надо вот здесь уже как-то брать оборону. Так, вот этого уничтожить. Тут весь отряд вообще как-нибудь надо подбомбить. На самом деле, ну, бросай. Тоже мне бросил. Так, ну-ка, секунду. Да почему ты не травишь вот этого говноеда, блин?
Давай, трави. Он же бежит сюда, блин, ё-моё. Ну, неужели не видишь? Так, все, ребята, муханатом. Армия, да? Армия бежит. Пока. Ледяная глыба, вот она мне нужна. Давай, 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 давай. Есть. Давай вот сюда бросим. Не зря я ее улучшал, эту бомбу ледяную, видите, она теперь хорошо действует. Так, я думаю, сейчас еще пойдет волна. Это не последняя. Это не последняя, я не уверен в этом. Ну, что же вы так долго-то с ней разбираетесь? С бомжихой-то с этой, а? Ух, неужели это... Да, ребята, это была последняя волна. Для меня это неожиданно, если честно. Метеоритный дождь, блин, 3 штуки за 6. Фиксим, давай купим. Так, забрать на... Еще 3000 монет мы с вами забираем. Фух. Да, напряжные такие миссии. Катапульты, я думаю, ребята, появятся вот здесь уже, на 80-х этапах, скорее всего. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр, мы обязательно увидимся в следующей серии. И, наверное, уже перейдем, наверное, на вот эти вот этапчики. А тут нам нужно пройти будет еще 3. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.